Это не только митинг, это встреча с москвичами, с гостями столицы. Вы видите, сейчас концерт происходит. У нас здесь пекут блины, у нас здесь раздают кашу, дарим всем яички все пасхальные. Поэтому у нас здесь праздник, не только митинг. Великолепно прошел, было 3000 человек. Естественно, всем все понравилось, хорошая погода. Владимир Вольфович выступал почти полтора часа. И народ уходит действительно такой радостный, праздничный. Сегодня праздник, 1 мая, наше мероприятие и Пасха.